Вязание начинаем с набора петель, белая ниточка. Набираем удобным способом на всю длину машины. Вот сколько есть игл в машине, на такую длину мы набираем полотно. Провязываем один ряд. Тут у меня один наборный ряд и один ряд провязан белой ниточкой. И теперь делаем лепестки. Лепестки будем делать путем выдвигания игл в переднее рабочее положение. Вот я выдвигаю каждую десятую иглу. Вот у меня есть такие серебряные платинки, я просто каждую десятую иголку выдвигаю вперед. Если у вас нет платинок, у вас все равно какие-то мерки есть, выдвигайте переднее положение. Не забудьте на каретке отключить рычаг частичного вязания. И такой момент. Чем чаще вы будете выдвигать иглы, тем острее будут лепестки. Ну, 10 петель вполне достаточно. Можно делать неравномерное выдвигание игл, то есть побольше, меньше, меньше. То есть, смотрите, внешние лепестки могут быть больше, а ближе к центру маленькие, там по 4 иголочки, а внешние 20 игл. Смотрите, равномерно вы выдвинете иглы в переднее положение, либо с увеличением количества игл. Теперь берем рабочую нить, у меня ярко-розовый акрил, и на выдвинутых вот этих вот иглах провязываем столько, сколько выдержит ваша машинка. Чем больше рядов вы сейчас провяжете, тем активнее у вас будут лепестки. Так, закрепить ниточку. И вяжите. Смотрите за тем, чтобы у вас не слетело полотно. Потому что такое вязание — это фанги. И фанги любят не все машинки. Некоторые просто их не выносят и вяжут там 3 ряда и начинают сбрасывать. Чтобы этого не происходило, надо навешивать оттяжки. Можно оттяжки делать даже самодельные. Вот просто грузик какой-нибудь со скрепкой. И на каждую вот этот фанг навешиваете грузик, чтобы он оттягивал именно вот это место. Машинке тогда легче будет провязывать. Вяжите столько, сколько выдерживает ваша машинка. Моя машина выдержала 8 рядов. Получаются достаточно такие объемные лепестки, что очень хорошо. Теперь ставим в работу все иголки. Причем смотрите, когда у вас машинка сама будет забирать иглы в работу, если у вас рычаг включили, она сама забрала, такое большое количество накидов она может не провязать, она может просто сбросить. Поэтому, если уж совсем тяжело, вплоть до того, что этот ряд вы провязываете вот так вот вручную, просто вручную каждую иголочку провяжите, потому что это самый тяжелый ряд, и не каждая машинка его провяжет. Очень тяжело дается. Если у вас машина нормально забирает, то провязывайте. После этого до 10 рядов. Больше 10 не нужно. Вот провязали фанги, еще 10 рядов и закрываем полотно. Провязали 10 рядов и закрываем удобным способом. Наша заготовка для цветка связана. После этого ее надо немножко отпарить обязательно, потому что вот листики загибающиеся. Если не отпаривать, будет немножко другой эффект. Если отпарить, будет один эффект, не отпаривать — другой эффект. Посмотрим оба варианта. Вот у меня есть длинная-длинная отпаренная полоска. Здесь почти 200 петель связано лепестками. Моя задача теперь собрать цветок. Начинаем. Берем нитку с иголкой и начинаем делать защипы. Вот я делаю защипы и прошиваю по самому краешку. Вот эти защипы зашиваем. Полосочка отпаренная. Один защип сделала, зашила. Следующий защип сделала, зашила. Подтягиваем, потому что нам надо сборку делать. И если защипов не будет, сборочка будет очень простая. При таком варианте сборка будет достаточно объемная. Следующий защип сделали. Можно защиплять, делать защипы
по относительно вот этих лепесточков. Можно делать в таком хаотичном порядке. И вот таким вот способом, делая защипы, зашиваем полоску до конца. Получится достаточно небольшая полосочка, но вот видите, она вот такая вся рельефная в итоге получается. Зашиваем вот так вот снизу, пониже. Зашивляем, зашиваем до самого конца всю эту длинную-длинную полоску. Вот такая заготовка получается после того, как мы ее прошили ниточкой и сложили. И теперь просто аккуратно складываем и начинаем вот лицом сюда, изнанкой вниз. И начинаем аккуратненько скатывать, не прижимая. У нас получается вот такое очарование. Периодически зашиваем. То есть я начинаю, так, вот здесь делаю зажим. Несколько раз свернула. Желательно все-таки скрепить эту розочку, иначе она просто вылезает из рук и все. И вся красота у нас размотается. Поэтому мы ее периодически скрепляем, прошиваем. И тогда она спокойненько уже у нас будет держать форму. Главное, сильно затягивать не надо. Смотрите, чтобы у нее задняя часть была ровная, она могла стоять вот так вот. И просто периодически прошивая ее, чтобы она не размоталась, пока мы ее еще не собрали, начинаем сборочку. Вот, чуть-чуть промотали, посмотрели. Ой. Примотали чуть-чуть, посмотрели, что все в порядке. Скрепили розу. Чтобы она никуда не уехала. Вот. И доматываем остальную. Ниточку это лучше не терять. Краешек убираем внутрь. Вот, подогнула его, чтобы не было некрасивого края. И сразу его же и привязала. Все, вот такая вот красота. И так просто и легко делается. Получается вот такая вот, такой вот фантазийный цветок. Его надо расправить. Видите, он снизу плоский. Но вот эти вот крайние лепестки ложатся на стол, на поверхность, и получается вот такая вот очень набитая и очень интересная розочка. Но это даже не розочка, хотя нет, это розочка. Она полностью прикрывается, не видно донышко, она лежит на поверхности, либо на нашем изделии, и полностью закрывает место пришива. Очень такая набитая и аккуратная, непонятно как сделана.